Мэров Ярославля и Рыбинска будут определять прямым голосованием. Глава региона Сергей Ястребов подписал закон о выборах. Эту информацию нашей телекомпании подтвердили в правительстве области. Документ предусматривает целый ряд изменений в привычной системе выборов. Например, так у жителей сельских поселений осталась возможность самостоятельно определять главу. В свою очередь, главы и депутаты от поселения войдут в состав муниципального совета, который выберет руководителя районной администрации из числа местных парламентариев. Вместе с тем, в двух крупнейших городах области, Ярославле и Рыбинске, прямые выборы мэров сохраняются. Напомню, этот закон стал самым обсуждаемым документом последнего времени на всех уровнях власти. Решение, я считаю, очень правильное, обдуманное. Сергей Николаевич, как губернатор, прислушался к мнению жителей крупнейших городов области. У депутатов муниципалитета не было единого мнения. В муниципалитете есть сторонники и сити-менеджера, и отмены прямых выборов мэра. Но большинство депутатов муниципалитета, конечно, за прямые выборы мэра, основываясь на наказах и мнении наших горожан.